Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем к своей ежедневке, которые у нас уже накопились. Так, в магазине откроем бесплатно пак. Ксевер Монтес нам выпадает здесь. Так, задание. Быстренько пробежимся по серии испытаний. Так, мы скоро уже... Ага. Через пару поединков мы пойдем уже на второй круг. Ну что, это прекрасно, ребята. Давай-ка я, наверное, возьму Ваньку здесь. Вот такая вот нестандартная у меня команда здесь. Давненько я такой не играл. Бакстер Стокман. Так, ну понятно, грибы, как всегда, в своем репертуаре. Естественно, они будут нас бомбить. Так, давай, наверное, я рубану по Бакстеру. Теперь сделаем плевок от Макмана. Дальше, наверное, уничтожим этот гриб. И остается у нас последний грибок. Ванька, сможешь? Нет, Ванька не смог, потому что у него пониженная была атака. Поэтому ухарю. Так что, вау. Майки даже не попал. Да ладно, нифига, друзья. Ты посмотри. У него уклонение, Майки не пробил. Лео не смог, только Макман раздавить его получилось. Ну что, здесь, наверное, смертельную волну. Надо желательно бы муху чпокнуть нам. Все, прекрасно. Серия испытаний пройдена. Так, мне, знаешь что, хочется посмотреть, где мы с тобой находимся на арене, на каком месте, потому что, сам понимаешь, да, нам нужно вырываться вперед. Так, сразиться в боях. Ну, пойдем сразимся в боях, так уж и быть. Будем искать. Так, на пиццелицу нам не хватает мутагена. Ну, значит, как обычно, Эйприл Кунаичи. Она, кстати, и уровень у меня получит 68. Так, ну что, нам нужно одну катушку с пленкой найти. В принципе, не должно быть никаких проблем. Вот она, катушечка. Так, с катушку нашли. И 10 вот этих вот, ребята. Так, автомобильные номера нам надо. Что-то... Да, нам нужны автомобильные номера. Так что давай. Один у нас есть. Нам нужно еще дофига. Так, второй. Третий. Четвертый. Четвертый. Ну давай, 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 родной. Ну, так, пятый. Шестой. Седьмой. Седьмой. Восьмой. Девятый и последний. Все, ребята, 10 автомобильных номеров мы нашли. И прокачиваем до 4-й ступени. Спасибочку. Все, ребят, с этим делом мы завершаем. Так, заберем наши награды. В принципе, здесь все. Теперь, так, подожди, что? Ага, все нормально. Так, теперь переходим, ребят, на арену. Я думаю, что нам не нужно это, ребят. Так, как бы нужно, но идти туда и воевать за это я не буду, потому что у нас достаточно с тобой денег для того, чтобы мы могли с тобой купить откатов хоть сколько. А вот здесь я возьму, наверное, крысиного короля и хочу посмотреть, сможет ли он один, потому что он сейчас будет первым у нас ходить, ушатать вот этих вот ребят. Ха! Нет, ребята, по-моему, не сможет. А причина лишь одна. Он повесил уклонение. Сейчас посмотрим, как крысиный король. Но слушай, в принципе, друзья мои, в принципе, неплохо. Нам нужно только майки завалить. Почему именно майки, ребят? Сейчас будет отхил. Ага, не будет отхила. Вот так вот. Фиг ему, а не отхил. Давай, Раф. Чудно. Так, а если мы сделаем с тобой вот такую вот массовую атаку? Фаерболы. Промашку дали. Так, вот это мне не нравится, совсем не нравится. Давай-ка. Опа, огромная крыса завалила. И Мондагека упал. Ну что, друзья мои, очень даже неплохо. Не то, что неплохо, а очень даже шикарно, я тебе скажу. Так, и мы не переходим в Лигу Сёгунов. Две звезды, пока не переходим. Но вот после этого поединка обязательно, ребят, туда прибудем. Так, давай-ка мы, наверное, возьмем раз, два, три, четыре и одного крупничка. Крупничок у меня будет, знаешь, кто? Наверное,
Наверное, это будет пиццелицей. Вначале я хотел, думал, либо Джастина, либо нейтрализатора. Но подумал, что 20 уровней разница, это будет маловато. Опять Майки, как всегда, у них первым. Несмотря на то, что, ребята, он очень маленького уровня, все равно, ребята, он... Причем у меня тоже Майки. Так, у меня 56-го, а у него какого? А у него 50... Ну, понятно, на один уровень он меня переплюнул, да, всего лишь? На! Круто! Слушай, пиццелицей бомбит. Очень даже, ребята, круто бомбит. Своей плюшкой практически всех завалил. Выжил только Майки, которого мы уже потом отдельно дрюкнули. В плане! Вы сейчас серьезно? Это что за подстава, а? Друзья, это что такое? Ну-ка, давай, зэк. Пора проучивать этих ребят. Они что-то вообще, я смотрю, прихамели здесь по полной программе. Ну как это вообще можно было понимать? Нет, так дело не пойдет. Ну-ка, бомбочку. Шикарно. Ну, Майки пускай там хиляет, не хиляет. Это уже, как говорится, другой вопрос. Это им уже, наверное, скорее всего, не поможет. Только Лео жги. Лео жгет, ё-моё, жгет так, что промахивается. Просто-напросто промахивается. Эйприл, ну а ты? Это что за удар такой сосуновский был, я не знаю. Так, ну, все, ребят, ушатали мы этого хламона. Так, и у нас выпендривается Рафаэль. Ну, это недолго. Потому что Зэк красавчик пробил его. Даже несмотря на то, что на нем было уклонение. Но уклонение, как ты понимаешь, было слабенькое. Так что он получил. Ну что, друзья мои, Лига Сёгунов, 94-я позиция. То есть, сегодня мы должны дойти до Лиги Мастеров, по идее. Давай-ка я возьму здесь, наверное, все-таки нейтрализатора и караечку. Раз, два, три. В принципе, карайка должна сейчас сходить первой, потом, по идее, должен ходить нейтрализатор, если судить по уровню. Но я не знаю, у кого здесь инициатива будет покруче. Так, у мухи, да? У мухи все-таки инициатива лучше, чем у нейтрализатора. Ну, давай крик души. Точнее, просто крик. Крик души у нас это у змей Карая, а у этого ультразвук. Так его назовем. Справились и переходим на 80-ю позицию. Так, давай-ка мы сделаем следующим образом. Возьму Леонардо. Возьму Леонардо, и следующий, кто у нас будет, это... Раз, два, три, четыре. Вот такие вот... Вот такие вот бравые ребята у меня выступают. Ну-ка, если мы сделаем, например, вертушечку. Да, ай, красавец, Лео. Можешь же, когда хочешь, а? Чё ж ты выпендриваешься-то у меня, а? Очень часто. 67-е место. Ну, давай тогда, наверное, я возьму здесь Бакстера. Мне кажется, что Бакстер здесь один справится. Смертельную волну выпустим. Главное, чтобы он постепенный урон, ребят, повесил. Он хоть и не повесил, но тем не менее все очень даже хорошо получилось. И Хан тут нас не подвел, все-таки смог добить. Все-таки у него получилось. Очень медленно, ребята, продвигаемся. Я вот прям смотрю, ну, еле-еле-еле. Ну, это понятное дело, потому что сегодня пятница. И как бы уже близится конец недели. Все уже сидят на своих тепленьких местечках. А я только лишь пробиваюсь к этому тепленькому месту. И мне очень тяжело. Но ничего страшного, я думаю, все-таки у нас, ребят, все получится. Ваньку с удара, шикарно. Так, еще один упал. Добьешь, Майки? Ну, будь красавцем. Молодец. Ну, блин, носорога-то зачем? Надо было его тоже шваркать. Зачем ты его пощадил? Скажи вот мне на милость. Какого фига у меня провода в чашке делают? Ребята, что за дела? Ну, хорош, давай это, прогружайся. Так, мы с тобой занимаем 42-е место. Блин, ну это как-то... Как-то, ребят, совсем не весело. Давай я возьму вот эту вот команду. Раз, два, три. Так, а Макмен? Ну, Торнадо есть только. Давай попробуем сделать.
тут он их, конечно, расплющил просто на ура. Просто, друзья мои, на ура. И мы перелетаем на 29-ю позицию. Слушай, может, хорош уже 15-20, 15-20. Дай хотя бы, я не знаю, вот, 16-21. Спасибо. Беру здесь Усаги, ну пускай, ладно, будет Рокзар еще здесь. Хотя нет, Рокзара уберем. Тут еще слишком много у нас 56-х, 57-х, 58-х, 59-х, 60-х. В общем, слабых бойцов хватает. А Усаги здесь и один у нас сможет справиться. Давай попробуем. Естественно, он подает крученый. Постепенный урон, друзья мои, повесили абсолютно на всех. А Лапекс даже если сейчас не пробьет, то они все равно упадут. Давай волну. Да что ты будешь с этим Донателло делать, а? Стоит как непоколебимый, просто непробиваемый. Ну все, здесь вот отлично, ребят, получилось. И мы двигаемся дальше. Дальше у нас позиция 16. Так, если 16 позиция, давай я возьму, наверное, здесь слэша. Раз, два, три, четыре. Но тут, ребята, есть опасность. Если слэш не пробьет, 57 уровни, конечно, будут пытаться пробить их. Пытаться. А вот получится ли у них? Получится, потому что здесь остается только лишь один гаврик. На тебе. Да, доской для скейтборда в носяру получить, это, ребят, больно, наверное. Так, и у нас вторая позиция. То есть после этого поединка, я надеюсь, мы перейдем в Лигу Зигунов Три Звезды. Я не удивлюсь, ребят, если нас всего лишь на одну ступеньку передвинут. Такое может быть, я ничему не удивлюсь. Уже в этой игре удивляться абсолютно, ребята, нечему. Блин, я сижу, мне солнце греет в спину, ребят. Я просто... просто как в жаровне. У нас, знаешь как, у нас когда холодно, плохо. Когда жарко, плохо. Когда комары кусают, плохо. Когда мошка начинает летать, плохо. В общем, у нас все плохо, блин, и никогда не будет хорошо. Нам никак не угодишь. Мы капризный такой народ. Ну что, друзья мои, мы переходим на Лигу Сигунов 3 Звезды. Но вот насчет Лиги Мастеров, что-то я, по-моему, погорячился. Мне кажется, не выйдет у меня, к сожалению, сегодня такой фокус. Потому что бойцов у меня уже, как видишь, мало. А мы перепрыгиваем всего лишь по 10 ступенек. Это в лучшем случае. И, как ты понимаешь, 100 бойцов у меня не наберется, чтобы 10 поединков выиграть здесь. Я тут даже не сомневался. Крен красавчик. Понятное дело, что он тут вырубает всех. И мы двигаемся дальше. У нас, наверное, какая-нибудь 70-я будет, да? 70-я, 77-я. Так, может быть, все-таки дадите мне 16-22. Я многого не прошу, дайте мне 16-22, и все, я успокоюсь. А, как они говорят, балалайку на весь нос тебе, Рэй, балалайку. Не дают, не дают, ну и бог с ними. Тогда кожеголовый будет с ними разбираться по-другому. Раз они не хотят, значит, мы и спрашивать не будем. Давай, кожеголовый, покажи им крученого, печеного. На! Слышь, такой, самый здоровый такой, чем громче, чем больше шкаф, тем громче падает. Не, ребят, не светит нам, по ходу дела, к сожалению. Хотелось бы, блин, но... ну, что-то никак не выходит у нас. Бойцов все меньше, 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 они у нас прям на глазах тают. Уже пошли элитные войска. А тут Супер Шреддер, что только один стоит. Давай жги, родной. Бамс. Ваня, Ваня, ну ты-то куда? Ну что ты? Ну что ты сопротивляешься, Ванюша? Ну ё-моё, ну так нельзя же. Ты должен был упасть вместе со всеми. Нет, он стоит, там что-то выпендривается. Итак, мы только до полтинника дошли. Только лишь дошли, ребята, до полтинника. Ну куда нам? Ну давай возьмем Рафаэля, Ваню. Раз, два, три, четыре. А мы точно с тобой всех отыграли? Ну да. Немножечко не получается у меня фокус с переходом в Лигу Мастеров, к сожалению.
Так, ну, Раф, несмотря ни на что, ребята, нормально так бомбанул. Теперь Ване просто надо их добить, что у него очень хорошо получается. Так, давай смотреть. Сороковку дадите мне? Да, ребята, ровно 10 ступенек мы пролетели. Так, ищем 16-22. Блин, ну вот же было, вот. Берем. Так, берем маузеров здесь. Раз, два, три, четыре. Хотя мы... Подожди, маузеров, наверное, уберем. Почему я убрал маузеров? Я все-таки, ребят, хочу его отыграть. А один он, в принципе, справится с толпой противников. Так. Что-то как-то слабо, ребят, бомбанул. Так, усиление на атаку идет. Ну давай. Замедляха. Дальше я, наверное, все-таки возьму, друзья, защиту. Теперь выпустим ракеты. Теперь сделаем запах изо рта противный. Все. Ну хоть где-то, ребята, Джастин нас не подвел. Хоть где-то и хоть когда-то. Обычно он фейлится. Но тут он молодцом. Так, ну что, 30-ка? Даже 29-я. И последний поединок, ребят. Ну, он считается такой вообще ни о чем. Просто, чтобы отыграть нам маузеров. Соло. Ну-ка. Впики им там по полной программе. Радость-то моя. Красавчик. Просто, ребят, ушатывает. Не давай ни малейшего шанса противнику тут что-то сделать. Вот, в принципе, аренка и прошла, и дадут нам всего лишь одну ступеньку. Так, сколько мы с тобой мутагена набили? Да там не очень много, ребят, по-моему. 20 тысяч. Так, по испыталке у нас что? Вот, негодники у нас есть. Поэтому поехали. Будем проходить с тобой негодников. Естественно, нам нужны элементы. И будем их сейчас зарабатывать. Так, Усаги, давай мы, наверное, не будем с тобой делать суперудар. Паукуса сразу уничтожил, а вот слэшем можно. Ой, какой ты слабак, слэш. Ну, хотя бы здесь двойная атака. Раздавишь, Макман? Нет, даже две атаки хватило, но... Железноголовый, как говорится, в силу отдал. Так, Зэк, Хан. Хан сейчас первым будет ходить. Нет? Тогда делаем крученый. Тогда делаем крученый удар. О, да. На тебе по башке. На тебе хвостом. Так, ну что, буржуи, сейчас и вы получите торнадо. Целится он, наверное. Вот так вот. Теперь ракеты. Магма, крип, точнее. Да нет, даже крип, ребята, упал. Я думал, что он все-таки выживет, потому что у него было хп довольно много, но, видишь, рассыпался парнишка. Не устоял. Так, ну что, фармим? Ой, ой-ой, не то. Комикс-варвар. 30 жетонов. Это нам не надо, доллары пригодятся. Снаряжение, негодники. И, ну давай последнюю-то. А, там еще фонарь. Да ну ты си... Ребят, я не получил то, что хотел. Господи, ну как такое может быть, а? Дают жетоны. Ну зачем? Зачем мне жетоны, друзья мои? Они мне не нужны. Ладно, уговорили. Пойдем подеремся здесь, так уж и быть. Я возьму так, так и вот так. Тут, ребят, сами понимаете, я ставлю на автобой, потому что... Ну что этим ребятам сделают они? Что? Этот железноголовый просто обделается. Несмотря на то, что он такой здоровый, громоздкий, мы его в труху стираем. Да, конечно, бесплатно. Поехали. Поехали. Попробуем сейчас здесь, как говорится, ушатать. Так, маузер решил вот так вот сделать. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы уронить. И мы переходим дальше. По-моему, тут 4 эпизода всего лишь, да? Так что
Все у нас здесь должно пройти быстро и эффективно. Куда? Он даже не попал. Он, друзья, даже не попал. Ну, тут, конечно, слабый удар у Маузера был. Шредер красавчик. И... Да ладно. Он погиб от постепенного урона. Хотя Крэнк в него стрелял, ребята, своей рукой. И не ушатал его. Так, и последний у нас эпизод. Ранг, как ты видишь, у Железноголового 80-й. Но куда ему все равно с сотками тягаться? Не, не, не получится ничего у него. Так, Маузеры. Ага, Маузеры, не Маузеры. Опять он промахнулся. Ну, что вы этот удар делали? Делали бы суперский-то. Нафиг этот? Так, мы понижение брони сделали. Ой, ребят, по пониженной броне как у нас хорошо получается. Сейчас еще и Крэнк ракетами приплюсует к нему. На. Изи. А что тут еще скажешь, друзья? Ну, очень круто. Ну и все. Все, ребят, на сегодня будем закругляться, потому что больше нам здесь, к сожалению, делать нечего. Все, поиграли. Блин, жалко, конечно, что до Лиги Мастеров мы не добрались. Нам чуть-чуть не хватило. Ладно, завтра попробуем перед работкой, как говорится, немножечко выровняться. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.